Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. ГИБДД и Минтранс работают над тем, чтобы электронные водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства признавались наравне с обычными бумажными документами. Об этом заявил руководитель госавтоинспекции Михаил Черников. Точные сроки внедрения новшества он не назвал. Сейчас виртуальная версия прав и СТС доступна в приложении «Госуслуги авто». Однако там есть предупреждение о том, что инспектор вправе потребовать традиционные документы. Трасса 101. В России, по данным ГИБДД, резко увеличилось число аварий с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Рост в сравнении с прошлым годом составил почти 60%. Несмотря на это, руководство госавтоинспекции не собирается настаивать на том, чтобы самокатчики в обязательном порядке получали водительские удостоверения. Трасса 101. Госдума делает еще одну попытку ввести штрафы за опасное вождение. Согласно нового законопроекта, водителю за данное нарушение будет грозить денежное взыскание в 5000 рублей, в повторном случае до 10 тысяч, либо лишение прав на срок до 1 года. Решение будет принимать суд. Также предусматривается обязательная видеофиксация опасного вождения, но без участия существующих стационарных и мобильных дорожных камер. Трасса 101. До конца июля в нашей стране начнутся продажи кроссовера Havail M6. В базовой версии автомобиль, оснащенный 143-сильным бензиновым мотором и механической трансмиссией, будет стоить 1 950 000 рублей. За комплектацию с роботизированной коробкой придется заплатить минимум 2 миллиона 100 тысяч. Вариантов цветов кузова будет 3 – черный, белый и серый. В перечне опций присутствуют, к примеру, светодиодная оптика, круиз-контроль, климат-контроль, подогрев сидений, камера заднего вида. На этом все. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Трасса 101». До свидания. «Трасса 101».